Ребят, всем привет! Снимаем, в общем, такое быстрое. Да, Ваня не дал поздороваться. Это Иван. Первый раз у нас отзыв оставляет не покупатель, а продавец. Продали только что вот Ванину квартиру в жилом комплексе. Раз, два, три. Квартира с ремонтом. Она у нас есть, кстати, на канале. Ну и вот, собственно говоря, сейчас рассчитались полностью. И Ваня нам решил оставить отзыв. Давай, наверное, я тебя спрошу, да? Насколько вообще быстро, насколько качественно все прошло? Ну, так просто, прям, твое мнение. По-простому, если сказать, то прошло все вообще быстро, и я даже не ожидал. Все сделали классно, в принципе, дистанционный задаток. Не побоялись, как бы с клиентом все договорились, все сделали. Ну, не знаю, мне кажется, на высшей грани профессионализма. Блин, да, круто. Смотрите, приехал с утра, сейчас 2:30, сделка уже, в принципе... Да быстрее бы все прошло, просто больше заминок было в Сбербанке. От вас все, договор был составлен профессионально, корректно, ни разу ничего не исправляли, как бы все... Все, остальное только за нашими государственными органами. Короче, все было четко, да? Да, приехали, встретили, показали все. Я не знаю, по-моему, покупатель не оставил отзыв, но был доволен. Покупатель у нас, да, с Прибалтикой, они там все друг друга боятся. Учитывая, в принципе, уровень сделки, то он был сложный, я считаю. Это, да? Мне кажется, для вас даже там, что... Ваня, кстати, Ваня же тоже риэлтор. И риэлтор обратился к риэлтору, видите как? Да, потому что здесь нельзя продавать по-другому. И самый оптимальный вариант – это продавать через вас, через риэлтора. Поэтому... Я просто сам продаю свою квартиру, через Авито пытаюсь ее продать. Ну... Месяц премиум аккаунт покупал, просто без толку все. Да, советую, кстати, кто вот, обращайтесь лучше, Жень, Никите, вообще не оставите, как сказать, не будет у вас проблем. Потому что меня тоже она висела на Авито. И... Толку нету, да? Да, в итоге вы продали, как бы, и... По факту показали быстро и продали сразу, то есть молодцы. Я остался доволен, в общем, работой. Ваня, кстати, да, оставил мне ключ, квартира с ремонтом, там ничего не побоялся. Ну, это я для тех, кто, знаешь, есть такие люди, параноики, там, с черновой квартиры боятся ключи оставить. Все нормально, ребят, мы публичные люди, мы специально ведем YouTube-канал уже не первый год, для того, чтобы вы нам доверяли. Если, да, в такой ситуации оказываетесь, доверяйте людям, доверяйте, выберите себе доверенных людей и отдайте их. Ключи, не беспокойтесь. Каждый должен заниматься, да, своим делом, я думаю, вот так. Женя с Никитой вас точно не подведут, в общем. Сто процентов. Кстати, немного таких риэлторов, на которых можно обратиться, и чтобы не переживать. Дети у тебя в другом городе, не переживать. Так что рекомендую вам. Ну все, Ваня, спасибо. На этом закончим. Все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока, обращайтесь.